5. One. Подбивает один красный. Да, какой удар! Ну и туда же надо играть черный. Это удар на... Ну, сыгран финишар. И теперь-то можно вести серию. Причем... А удар-то какой шикарный. Теперь важно посмотреть. И снова попадает. Попрыгал, ну даже вот в левую сторону, туда к розовому пошел. Ну тут зеленый становится помехой. Самый удобный шар был бы в левую среднюю. Seven. Даже слева. Какой выход! Можно играть последний борт, а черный от трех бортов в район левой средней идет. Вот, это... Попадает.
считает, и выход тоже делает. И... Да, в этот раз без открытого черного, но опять получает он очень привлекательную открытую позицию. Полусессия. Рони открывает счет. Черный сделал потом максимум. Ну а выход? Нет. Лично для меня, наверное, как раз пара влюбленности в снукер совпала с тем моментом, когда Ронни выиграл два подряд чемпионата мира в 2012 и 2013 годах, и между этими двумя турнирами он не играл вообще. Трудно, но Ронни! Ну, замечательно! А это Ронни О'Салливан над головой кубок чемпиона мира. Это исторический день. 2 мая 2022 года. 21 год прошел со времени первой.